Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, понедельник, 30 сентября. Завтра у нас уже начинается октябрь. Я иду в свой огород. У нас солнце, погода шикарная. Сейчас покажу вам, что я вчера проделала и как у меня выглядит огород на сегодняшний день. Друзья, в общем, пользуюсь, пока у нас солнце. Правда, земля сильно сырая, но ничего. Вот убрала баклажаны. Сейчас буду перцы тоже убирать. И оставлю также вот здесь как томаты, чтобы Руди мне потом их, как сказать, ну, перерубил в своей машине. Также вот эти перцы все буду убирать. И хочу снять вот еще сейчас вот этот тент с огурцов. Сейчас покажу вам, сколько баклажан получилось. Малюсёхоньки, ну ничего, их тоже можно в пищу употреблять. Смотрите, вот. Это мой последний сбор баклажан в этом сезоне. Но баклажаны, кстати, в этом году, несмотря на плохую погоду, все-таки урожай неплохой дали. Вот особенно вот эти длинные. Это у меня индийские семена, что из Дубая привозил. Очень они мне понравились. Не знаю, почему, что-то мне длинные больше понравились. Они такие нежные, вообще без горечи. Можно спокойно их вообще тушить, жарить, все что угодно. Так что на следующий год опять буду пробовать баклажаны. И пойду сейчас перец срезать. Также покажу, сколько там перца. В общем, есть зеленый, все буду убирать. Друзья, перцы. Смотрите, все стволики, вот видите, чистые. Все, убрала все перчины. Оно вот черный только оставила. Вот, сейчас его тоже уберу. Ну, в принципе, тут их, они маленькие совсем. Вот. Не так много. Кто-то их тут ест. Ну, может, Руди захочет. В общем, вот. Есть, конечно, совсем малюсёхонькие. Тут даже цветут. Так, видите? Господи, не видно. А, вот, видите, цветочки. Маленькие завязи. Ну, жалко, что погода холодная. Да и убирать не надо. И не думаю, что тут что-то может еще нарасти. Сейчас покажу вам, сколько получилось перчиков. Мне, конечно, их не надо. Домой не понесу, но или Авни, или Руди отдам. Вот, смотрите. Вот, разных тут. И длинный. Вот такой. Ну, вот этот я возьму домой. Парочку, конечно, я возьму. Вот. А так мне, конечно, не надо. Вот. Мой последний урожай. Хотя нет, у меня же еще в этом, в теплице очень много маленького вот этого сорта. Забыла уже, как называется. От партнера надо будет глянуть. У меня еще здесь в тепличке много перца. Вот они. Смотрите. Перчиков еще достаточно, так что те можно спокойно отдавать. А на этом кусту так вообще. Вот. Так что вот сегодня я уберу грядку с перцами и с баклажанами. Сейчас потом уже буду корни и чистить саму грядку. Даже еще не знаю. Скорее всего, фацелью посею. Вот. А у меня еще тут, смотрите, друзья, тут и в лес ходить не надо. Смотрите, сколько грибов выросло. На жареху. Господи. Смеюсь, конечно. Ну все, друзья, буду дальше продолжать работать. В общем, вот, друзья, смотрите. Все. Пустота. Потихоньку огород пустеет. Осталось только вот кусты физалиса и цукини, которые тоже буду убирать, потому что, ну, я не знаю. Хотя у нас на следующей неделе 20 градусов передают, друзья. Надо будет сейчас розы обстригать уже все, как бы. И вот после того, как наведу здесь порядок, то надо будет уже вот здесь, в начале огорода, вот где розы, цветы, я не знаю тут, что мне делать. Все собиралось с самого начала сезона, вам говорила, что буду что-то делать. Но вот пока
так руки не дошли. Что-то вообще в этом году я так обленилась, не знаю. И сорняками заросла. Ну, в общем, вот, друзья, смотрите. Посеяла сюда, как и говорила, фацелию. Вот, та уже взошла в тех коробах. Смотрите, как быстро Руди мне тут все переколбасил, перерубил. Посмотрите-ка, все, что вчера я вот видели, припасла здесь, он мне все тут перерубил в своей машине. В общем, здорово, сейчас буду это убирать. Осталось вот эту грядку еще обработать. И все, в принципе. Ну, про тот угол я вообще даже еще и не говорю. Хотя я сейчас вам покажу георгины свои. Вот здесь я обрезала, чтобы он не перерубил. Но все остальное уже буду потихоньку. Так я дом вчера этот и не убрала. Побоялась одна тащить, чтобы он не развалился. Так, друзья, смотрите-ка. Огурчик. Пойду Руди отдам. Так что... Ой, тут... Вот, сейчас заглянем с вами в тепличку. Я ее закрывала. Ночью был дождь, но сейчас тепло. Как солнышко выглянуло, вообще теплота. Так, смотрите, друзья. Ой, господи. Вчера также три томатика Руди отсюда красных отдала. Вот, и надо сейчас будет убрать вот те желтые три штучки, чтобы остальные быстрее поспевали. Так, глянем с вами сейчас. Вот, смотрите. 31, 32 почти в теплице. Вот, шикарная погода. Завтра опять, правда, дожди. Дожди передают у нас до субботы холодную погоду. Даже 5 градусов. И потом опять... со следующей недели 20 градусов. Так что вот у нас такие перепады, друзья. Ну, а ты, да, давай, завязывай. В октябре еще будут томатики. Ну, вообще, я, короче... Мне дача Димона Дмитрий написал, что сейчас уже в такую погоду ничего не завяжется, они деревянные. Ну, да, я это знаю, но просто так, ради спортивного интереса наблюдать. А то вообще весь огород... Как говорят, ой, мягкий, да, это точно поспел. Весь огород уже как бы пустой, ну, скучно совсем уж. Как-то в этом году так быстро все убрала. Ну, все, как говорится, попортилось, погода плохая. Ну, вот, хоть в теплице пока буду, как говорится, наслаждаться. Вот смотрите, друзья, Крым уже поспевает. Хоть маленькие томатики, но все равно. И он сверху завязывает. Баловство, конечно, но интересно наблюдать. Видите? Вот. Так, а где мои эти сливки-то? Не сливки, а эти, которые, помните, я вам показывала, совсем малюсенькие. Он даже эту завязал. Так что интересно, будем наблюдать. И здесь тоже смотрю. Так, и теперь проверим нашу редиску. А редиска, ну вот, видите, есть. Тут небольшая. Значит, быть редиски. И лучок тут все хорошо. Ну, в общем, неплохо, неплохо. Так, и тебя надо и срывать. Тут у меня весь трескается. Уже смотрите, друзья. Вот. В общем... Все неплохо. Молодец, Руди, оперативно мне все перерубил. Супер. Так, буду потом вот эту грядку всю как говорится, переворачивать, накрывать. Вчера физалиса собрала 6 штучек. Съела, забыла даже снять, господи. Вот. Опять что-то темнеет. Ну, ничего. Вот эта грядка еще осталась. Сидираты. Здесь все просохло. Ну и все. Здесь тоже у меня фацелия. В общем, такие дела, друзья. У меня в огороде на конец сентября. 30 сентября. Ягодки.
конечно. Я не думаю, видите, они уже все. Ну ничего, пусть. И тут у меня свекла. Не знаю, как она сюда зачесалась, но тем не менее, смотрите, какой хороший плодик дает. Сама взошла, сама по себе тут и растет. Я не стала уже ее убирать. Смотрите, какой большой так. Да, неплохая свекла. И цветочки у меня тут уже по новой стали расти. Смотрите, даже бутон. Вот тот, конечно, погиб. Роза-то тоже. Вот надо будет это все причередить. В общем, запущение в огороде. Вот. Ну что, друзья, опять показала вам свой огород. Что у меня на 30 сентября. Флаг сняла, как вам и говорила. Все, до следующего сезона. Надо где-то заказать. Может, кто-то поедет в Россию заказать флаг. Потому что вот на сайте по интернету очень плохого качества. Надо выбирать такой, как сказать, хотя бы, чтобы на сезон хватило, хорошую ткань такую. Ну, в общем, посмотрю. Если уже ничего не будет, то придется в интернете заказывать. Так, и надо сейчас с Руди договориться, чтобы он мне яблоню спилил. Что делать? Уж очень сильно выросла. Здесь, смотрю, он распилил. А смотрите, сколько новых побегов, друзья. Сливу-то всю мне укоротил. Но она сейчас просто вот шапкой. Столько новых побегов дала. Это что-то с чем-то. Ну ничего, зато на следующий год не так высоко будут, если что-то и вообще завяжется, будут сливы. Потому что она как-то через год все это делает. Ну а здесь надо все полностью тоже укорачивать. Друзья, буду идти домой. Обед у нас. В общем, немного тут почистила. Вот убрала. Видите, все почистила здесь, прибрала. Все вот эти перерубленные в этот бачок закинула. Подожду сейчас, когда все это немного утрамбуется, и накрою пленкой. И поставлю вон туда. И пусть весь, как говорится, всю зиму, осень там стоит. До весны. А потом уже, когда все это переработается, уже куда-нибудь на какую-нибудь грядку высыплю. Ну, в общем, вот. Сейчас хочу перед тем, как пойти взять пару томатиков домой на салатик. Вот, возьму, сорву вот этот желтый и этот. И там я оставлю, и вот этот Крым. Вот остальные пока пусть здесь растут. Сорвала 3 томата. Вот сегодня у нас 30 сентября. Вот, и смотрите, у Крыма еще сколько тут томатиков. Какой вообще классный, конечно, это сорт. Это не моя рассада. Еще раз повторюсь, покупала в Австрии уже готовую рассаду. Просто шикарный томат. Столько дал мне в этом году плодиков. И ладно, их много, они еще и очень вкусные. В общем, этот Крым, конечно, вот этот, именно этот куст, очень хороший. Потому что покупала в Германии рассаду. Он как-то не очень пошел. Совсем они разные. Я уже потом его высадила вот сюда. Видите? Вот. Тоже дал томатов, но очень мало. Поэтому я его из теплички и убрала. Друзья, а на сегодня все. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня. Вот такой я взяла сегодня урожай. Это у меня от вчерашнего дня. 2 томатика еще лежало у меня в доме. Поспевали. Ну, в общем, вот. Понесу сейчас домой. Один, наверное, спасли. Ну, еще в тепличке есть. А, сейчас еще пойду эти черные мелкие сорву, которые у меня в углу растут. Кстати, забыла про них. Вот мои черики. Надо тоже их забирать. Что-то я про них совсем и забыла. Вон они даже наверху. Вот
тут и кисть сейчас всю заберу, видите, она вся полопалась.